Привет, дорогие подписчики и зрители канала, меня зовут Артур. Сегодня в рубрике инди-хоррор мы посмотрим игру Vanish, которую для меня, как обычно, нашла Даша, за что ей большое-большое спасибо. Сегодня, я думаю, будет особо страшно, потому что за окном грохочет гром. Надеюсь, у вас не так, потому что это будет жутковато со всех сторон. Пока что надевайте наушники, задергивайте шторы, давайте посмотрим. Судя по звукам, уже все очень плохо. Слышите, грохочет. Ой-ой-ой. Так, мы около какой-то двери. И, судя по всему, выхода нам из этого подвала, подземелья не видать. Поэтому пойдем искать помощь. Может, здесь водятся сантехники или кто-нибудь еще. Люди. Ничего не вижу. Как тут жить тогда? Хорошо, пойдем тогда в другую сторону. Может, у меня фонарик есть? Нет у меня фонарика. А могу я ее с собой взять? Нет, как она прибита. Хорошо, пойдем сюда. Здесь, по крайней мере, что-то есть. Кто мы, интересно? Какова предыстория? Как мы тут оказались? Давайте просто решим, что наш герой перебрал. Зашел в дверь, и она захлопнулась сзади. У нас под Уфой, допустим, достаточно таких коридоров. Так, а там что нет? Я могу бегать. Отлично. Тихо. Эу! Есть кто? Никого. Хорошо, пойдем обратно. Я думаю, скоро мы отсюда выберемся. Ух, твою мать, что происходит? Это просто адреналин. Меня переклинило. Не бойтесь. Персонажу, как вы слышите, очень страшно. Мне пока скорее неуютно. Сзади шепчет, да? Давай-ка мы вперед пойдем лучше. Левый клик, чтобы поднять. Что поднять? Подобрали бумажку. Правый клик прочитать. Хватит выкидывать свои ключи, Хэнк. В последний раз из-за этого мы тут оказались заперты. Отлично. Здесь есть люди. Пойдем найдем их. Тихо, 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 тихо. Что-то я уже перехотел, честно говоря. Офигеть, что это было? Спокойно. Как же тут темно, это пипец какой-то. Тихо, твою мать. Куда же мы пойдем? Пойдем сюда. Не знаю, вот я реально думаю, что там? Ничего не вижу вообще. После таких игр, если я реально где-то окажу... Тихо, 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 я бегу назад. Я что-то передумал туда идти, ну нафиг. После таких игр, если реально окажется в каком-то похожем месте, это все край. Лучше бы не оказываться, да? Люди! Неужели? Так, а тут тоже неинтересно, понял. Какого хрена вообще? Ну, давай быстрее убираться отсюда. Вот это вроде правильная дорога. По крайней мере, я вижу, куда двигаюсь. Я тут был, нет? Похожее место какое-то, как будто я не знаю. Твою мать. Чё?
что это было? Так, хорошо, ладно, допустим. Теперь игру нужно будет запустить по новой, потому что она убилась просто от этих переживаний, похоже. Хорошо. Так. Фух, что это было вообще? Пипец. Короче, нужно держаться, похоже, на свету. Окей. Попытка номер два. Казалось бы, ничего не происходит, но я так понял, нужно держаться на свету, потому что малейшая ошибка, и все, пипец. Так, хорошо, идем сюда. Здесь поначалу я не думаю, что что-то будет. Наш герой, кстати, быстро выдыхается. Что? Я даже не видел, я просто видел какой-то... Какого черта? В этот раз я чувствую, мы пойдем как-то по-другому. Видимо, в этой игре каждый раз лабиринт генерируется другим образом. Вообще, это, знаете, очень похоже на рапорты того, как исследовали один из СЦП. Где-то в каком-то институте нашли дверь, заходя в которую, люди попадают в похожее место, где кто-то их жрал. Может, мы имеем дело с чем-то подобным? Так, та самая записка. Ладно, в этот раз у нас все получится. Если не получится, то я просто не знаю. Короче, если в течение пары-тройки секунд не видишь свет, типа вот такого, значит все очень плохо. Тихо, тихо, тихо. Как будто кто-то ломится с той стороны, да? Так, мне не нравится этот проход. Я не пойду сюда. Слишком темно. Ох, почему же у нас нет хотя бы какого-нибудь фонарика? Так, ладно, да, попробуем. Тихо. Спокойно. Оно, что бы это ни было, боится тьмы. Ой, боится света. Что это такое? Твою мать. Бежим, 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 бежим. Какого хрена это такое вообще? Отстанет. Я не знаю, все, я перехотел уже. Просто куда-нибудь. Я сейчас тут нарвусь. Здесь что-то есть, я не один. Фу, куда я иду? Что это такое? Ух, оно рядом. Оно рядом. Оно спереди или сзади? Твою мать. Твою мать. Я не хочу... Не хочу никуда идти. Я буду тут стоять. Просто пущу корни. Ладно, чё, пойдем сюда, что ли? По-моему, спереди что-то есть. Я не вижу ничего. Ух ты, бегу куда-нибудь. Я не знаю, куда это, чё, где вообще. Я, возможно, в стену сейчас уперся, потому что я мышкой дернул. Я не знаю, честно слово. Все, я в полной темноте. Ни хрена не вижу. Вот там какой-то типа света, что ли. Ну, туда я точно не пойду, поэтому со своими звуками идите в задницу. Я пойду сюда. Здесь все хорошо.
Сейчас будет выход. Нора? Зачем я лезу в нору? Зачем? Это же глупо. Ой, тихо. Где я? Где я? Какого черта? Ой, он рядом. Он такое ощущение, что прям... Она... Ой, 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 тихо, тихо, тихо. Он же не пройдет сюда? Кто бы там ни был. Такое ощущение, что у меня за спиной... Ой, у меня за спиной что-то есть. Бежим, бежим. Бежим, 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 бежим. Вот раз с комментарием как-то не повезло, да, видео. Тупо бежим, бежим, бежим. Я не знаю, все, я уперся куда-то. Ох, твою мать, я ничего не вижу. Ничего вообще. Я тут был? Я тут не был. Или был? Был. Я уперся в стену. Меня коробит просто пострашно. И оно, я слышу его, оно прям тут. Какого черта? Ну какой? Какого хрена? Ай, разбежись! Разбежись, говорю, развернись, мать твою, за ногу, ну. Все, не хана, не хана. Я отсюда точно не выберусь. Оно прям за мной, я чувствую. Ой, ой. И я не знаю, кто это, чего им надо, но я все, приехал, похоже. Потому что отсюда выхода, я чувствую, не будет нормально. Все. Я буду ждать спасения здесь. Оно же не пролезет сюда. У персонажа просто истерика, ты посмотри на него. Его клошматит, как будто, я не знаю. Выпустите меня, мать вашу, выпустите. Тут? Оно тут? Держи. По-моему... Ой, 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 твою мать. Все нахрен. Я считаю, что этого хватит. Я больше не буду. Меня вон волочат в свою пещеру. Там, похоже, будут голодать. Плохая игра. Слишком страшная. Я так, по-моему, не пугался. Ну, я часто пугаюсь, но это было страшно, короче. Надеюсь, вам понравилось. Увидимся в других инди-хоррорах. А сейчас мне нужно отдохнуть. С вами был Артур. Увидимся. Всего хорошего. Пока-пока-пока.